прямом эфире новости сейчас. В студии Сергей Луговский. Здравствуйте. Президент поручил подготовить изменения в налоговый кодекс и продолжить цифровизацию системы. С докладом у главы государства, профильный министр и финансовый блок правительства. Требование Александра Лукашенко – процедура налогообложения должна быть максимально комфортной для деловых кругов, при этом гарантировать реализацию законных интересов страны. Почти два года действует новая редакция налогового кодекса. Документ направлен на упрощение всех процедур, в частности для малого бизнеса. Стимулирует добросовестных плательщиков, дает возможность исправить ошибки, увидеть просрочку и не сразу карает штрафом. Подход такой себя оправдывает. Сейчас время и дальше совершенствовать налоговую систему. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства, не хотелось бы мне это делать, но тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы. Ясно, что налоги – это один из основных элементов экономической политики. И если налоговая система выстроена правильно, как мы когда-то говорили, она должна быть простой и понятной не только для людей продвинутых, элитных, но и для народа должна быть простой и понятной. Мы многое в этом направлении сделали. Но я помню, мы договаривались о том, что вы выдадите нам новую, более совершенную систему налогообложения и модернизируете нынешний налоговый кодекс там, где нужно. Точечно, насколько это возможно, поскольку, еще раз подчеркиваю, у нас относительно неплохой налоговый кодекс. Но ничего совершенного не бывает, и совершенно в том, что постоянно к нему, к этому совершенству надо двигаться. Цифровизация на первом плане. Число пользователей электронных сервисов растет. Из всех субъектов хозяйствования почти 90% оценили электронный формат взаимодействия с налоговой. Далее будут автоматизироваться процессы налогового администрирования и контроля, создаваться единая система интеллектуальной обработки данных. Цель – обеспечить простоту, полноту и прослеживаемость внесения налоговых платежей. В Беларуси началось командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2020». Церемония открытия состоялась на полигоне Лосвида 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В ходе учения отработают подготовку и ведение миротворческой операции коллективными силами ОДКБ в восточноевропейском регионе коллективной безопасности. В учении принимает участие более 900 человек, задействованы свыше 120 единиц военной и спецтехники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Принимают участие представители силовых структур и милиции или полиции в разных государствах по-разному, национальной гвардии. Конечно, очень серьезный вопрос – это организовать между ними взаимодействие, чтобы все задачи были выполнены. Учение пройдет в два этапа и завершится 16 октября. В Польше прошли массовые акции против политики властей в борьбе с коронавирусом. Тысячи демонстрантов собрались в Варшаве, многие сотни во всех крупных городах страны. Недовольство поляков вызывает ограничения, которые вводятся в связи со второй волной пандемии. В частности, со вчерашнего дня вновь обязательно ношение масок. Ежедневно в Польше регистрируют около 5000 заражений и от 30 до 50 смертей от ковид. Тем не менее, многие граждане считают, что власти используют коронавирус для наступления на их гражданские права. У берегов Туниса потерпела крушение лодка, на которой пытались перебраться в Европу мигранты-нелегалы. Погибли 11 человек, в основном женщины и дети. Часть пассажиров удалось спасти, но еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Тунис и Ливия остаются главными транзитными странами для жителей Африки, которые ищут спасения от голода и войн в Старом Свете. Циклон Дельта уже несколько дней испытывает на прочность южное побережье США. Под ударом стихии оказались несколько штатов. Ущерб нанесен инфраструктуре ряду регионов. Оборваны линии электропередачи, повреждены и затоплены дороги, обрушены сотни билбордов. Погибли 2 человека. Отмечу, в этом году на США обрушилось такое количество ураганов и штормов, что для их обозначения пришлось даже использовать греческий алфавит. Ну а на столицу Камбоджи обрушились проливные дожди. Известно об 11 погибших. Среди жертв есть не только утонувшие, но и погибшие от удара молнии. Своих домов лишились тысячи местных жителей. Синоптики отмечают, что ливни такой силы не фиксировали здесь за всю историю наблюдений.
Буквально 20 минут назад в Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике. Пол Милграм и Роберт Уилсон удостоены награды за развитие теории аукционов. Данная премия не является Нобелевской в точном смысле этого слова. Ее учредил и выплачивает Госбанк Швеции. Тем не менее, победителя определяет и объявляет Нобелевский комитет. И награда составляет тот же самый $1 миллион в шведских кронах. И на этом у меня все. О развитии событий мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго.